мы с Дамиром Владимировичем делаем домашки периодически. Я приношу ему что-то поесть, вот. Потому что домашки делать, когда не хочется, то сразу хочется то есть, то полежать, то устал, то голова болит, то еще что-нибудь. В общем, это тот самый результат, о котором я, по-моему, говорила. Он не хочет нагонять материал в последние несколько дней. Но мне тяжело его посадить, чтобы он это делал тогда, когда, блин, он болеет, потому что у него болит голова, и ребенку плохо, он все время проваливается в сон. Я так и не поняла, что же лучше сделать. Но не настолько много, да, многовато, конечно, там ему делать приходится, я понимаю, его нытье, он, конечно, когда учится в школе, гораздо меньше делается день. Но тем не менее, я хочу сказать, что, ну а что делать? Если ему плохо в те дни, когда он вот, ну, болеет, когда человек постоянно проваливается в сон, он без сил, у него болит голова, все вот тут вот это заложено, мокрота, насморк, как бы, ну, сил нет, клонит сон, да, уже 350 раз ты сказала, как можно заставить человека сесть и делать домашние задания. Не нашла, короче, золотой середины, не знаю, что делать, блин, надо меньше болеть, наверное. Меньше болеть не получается, потому что он в детский сад не ходил. И сейчас он общается с микробами других детей, так сказать, да, воздушно-капельным путем. Вот, и начинает болеть. И не только он, но еще, наверное, человек 5 где-то, тоже та же история, вот, из его класса. Вот, регулярно вижу, что по половине класса просто нет, болеют, наверное, не знаю. Вот, значит... Делаем домашки потихоньку, сейчас буду что-то еще готовить. Наготовила еды Володе на воскресенье, вот, так как у него там будет свой праздник, вот. Наготовила еды ему, а чуть позже буду готовить ужин. Сейчас вот ребенку какие-то легкие перекусики приношу, он так вот прям... Болеет человек, еще пока нет такого вот прям аппетита, да, и он кусочничает все время. То есть супа чуть-чуть, кашки чуть-чуть, там бутерброд какой-то чуть-чуть, то есть всего по чуть-чуть. Я вот это бегаю, приношу ему чего-нибудь по чуть-чуть, хоть что-то ребенок ел, потому что силы нужны. Говорят, конечно, что болезнь, ну, то есть организм, когда ты болеешь, то есть ты не хочешь кушать, и это хорошо, потому что организм таким образом очищается. Я, и типа, ты так выздоравливаешь лучше. Я, конечно, могу в это хоть 1000 раз верить, но ставить ребенка голодным, чтобы у него организм очищался, пока он болеет, и он, типа, выздоравливал быстрее, я что-то не сильно хочу. Вот, нос продолжает меня мучить. Увидела я одну женщину на Ютубе. С этой женщиной я знакома в какой-то степени давно. И меня очень удивляет, когда я начинаю вести свой канал что-то в виде видеодневника, да, свои какие-то мыслишки, свои какие-то, ну, то есть, поход в течение дня я просто записываю видео о своей жизни. Это моя жизнь, это видео, это мой видеодневник в какой-то степени. И для меня очень странно, кстати, у меня еще проблемы с носом, да, у нее тоже, кстати, проблемы сейчас с носом, но немножечко другого характера. Вот. Там такая женщина интересная. У нее сейчас гайморит, если так вот расшифровать. Я не специалист в психосоматике, но может она захлебывается гноем, потому что она сама по себе очень такая гнилая женщина. Может такое быть? Я думаю, что вполне может быть. Так вот, эта женщина решила вести свой канал в виде видеодневника. И типа я такая думаю, где ты это уже видела? А, точно, я же делаю то же самое сейчас. Интересно. Вот только вся история в том, что она почему-то всегда думала, что я начала снимать мукбанги из-за нее. А я начала снимать мукбанги, потому что мне очень понравилось, как снимает мукбанги Антон С. Вот. И вообще я очень люблю эту фишку, когда люди едят на камеру. Я вообще люблю кушающих людей. Но мне типа некогда. Я сейчас ем в кругу семьи, и не хочет вся моя семья сидеть и снимать, как, чтобы их снимали для Ютуба, а как они едят. Вот. Это во-первых. Во-вторых, у меня тут не реалити-шоу постановочное, да, где все начнут есть прилично. Там... красиво и все такое, да, что можно это выставить.
А может, кто-то хочет пальцы облизывать, чавкать, сделать отрыжку, выпить, я не знаю, бутылку пива. А почему бы и нет? Вот. И не хочет при этом, чтобы я снимала. Но вообще самая главная фишка, если от этого отвлечься, да, не все так плохо на самом деле в наших семейных ужинах. Если от этого отвлечься, то мы просто разговариваем на личные темы во время ужина, поэтому я не снимаю наши ужины. А ко всему прочему, в последнее время, особенно когда я болею или когда мне некогда, а в последнее время чаще всего бывает и то, и другое, то я просто завтракаю чем-то легким, обедаю чем-то легким, и все на этом. Тем более я хочу похудеть. Вот. Тем более я хочу похудеть, и поэтому я сейчас не сижу там на бутерах там всяких и так далее, да, усиленно не поедаю бутерброды и картошки и всякое там такое, вот, там курицу, что там можно снять, вот, роллы, да. Я роллы лучше с мужем поем, если... Пусть это будет хоть 1000 раз популярная тема, но я хочу поесть роллы с мужем в романтической обстановке. Вот. Для вас тоже как-нибудь обязательно это сниму. Мне бы хотелось. Мне бы хотелось поесть роллы на камеру. Для меня это интересный был бы опыт. И вся история в том, что... Да, блин, кстати, я хочу купить весы. Я через недельку хочу заскочить в ДНС. Господи, я надеюсь, я правильно называю этот магазин. Это же жопа будет, если я все это время называла неправильно его... Название, тавтология, как всегда. Я очень люблю тавтологию. Причем каждый раз, произнося что-то подобное, я сразу слышу новые новости. Настя, тавтология. Нам объясняли просто в школе, что такое тавтология, и пример всегда был новые новости. Вот. Значит. Поэтому у меня завтрак скудный, обед скудный, а ужина у меня нет. Я либо там за ужин могу выпить, там, я не знаю, в течение вечера, скажем. Давайте даже так, чем называть это конкретно ужином, да. В течение вечера могу выпить там 2 чашки капучино и чашку чая, к примеру, да. В течение вечера, вот от отметки там где-то 7 часов вечера и до отметки там, допустим, 10 часов вечера, да. Вот. Иногда сажусь супика поесть на ужин с семьей. Если суп, то чаще всего я сажусь и кушаю суп. Потому что, ну, я часто готовлю овощной суп, то есть он довольно-таки постный. И курицу, например, я готовлю отдельно. То есть, кто хочет просто поесть постного супа, бульончик этого овощного, то есть я сделала эту фишку для себя, потому что мне тяжело на желудок часто. Жирный суп, который сварен на мясном бульоне, мне часто бывает очень тяжело на желудок эта история, поэтому я готовлю мясо отдельно, запекаю его в духовке со всеми специями, все как надо, и кормлю ребенка, например, запеченной курицей просто периодически, то есть там, да, в ближайшие пару дней, там 2 или 1 раз в день, он у меня кушает вот этот супчик овощной. Чаще это просто бульон овощной он ест, вот. Потому что он не очень любит юшку, эту гущу, вот. Он очень редко ест, на самом деле, гущу, хотя она вкусная, блин. Сказать, что то есть он не ест, потому что она невкусная? Нет, она вкусная, объективно вкусная. Просто я сама в детстве никогда не ела гущу, а потом стала есть, и она была вкусная у родителей, вот, а потом бабушка стала готовить очень жирные супы, борщи, и я перестала их есть, и не потому, что это невкусно, это вкусно, просто у меня очень плохо с желудком насчет жирных супов, борщей и так далее, насчет очень жирных блюд. Многие блюда, я, к сожалению, которые раньше есть могла, сейчас есть не могу, и все это из-за моего, блин, желудка. Все из-за него. Вся история из-за него. Это он меня подвел. Вот так вот. Поэтому вот такая история. Есть такая вот женщина, которая решила снимать то же самое, что снимаю я. У нее тоже проблемы с носом. И она все начинает. Она очень много чего начинает, но никогда не заканчивает. Вот в чем история. Она очень часто берется за какое-то дело и не завершает его. То есть она начала похудение, и она не завершила это дело. Она решила, ай, да ну нафиг, и так пойдет. Нормально, все хорошо.
Да доведи это до конца, стань ты классная, я не знаю, похудей. Не обязательно же делать, вот, то есть, да, она говорит, у нее проблемы с сердцем, но не обязательно же для этого из жопы, блин, прям жопу на себя рвать, вот. Вот это то слово. Жопу на себя рвать не обязательно, чтобы похудеть. Можно какие-то легкие методы, что-то типа, как у Юли Сафамина, да, она снимает что? Она снимает здравушку. Там у нее какие-то легкие там методы, там по поводу зарядочка какая-то такая, да. Можно же добавить какие-то блюда, там, например, там плотный завтрак, да, там какой-то более там постный какой-то обед. И там вместо ужина там кефира попить. Можно же что-то придумать. Я вот пытаюсь со своим конченным обменом веществ, с моей конченной проблемой с щитовидкой, я вот пытаюсь похудеть. У меня даже были времена 10 лет тому назад, когда я голодала. И я такая прихожу к эндокринологу и говорю, я голодала, почему я не худею? И она мне, или там диету строгую соблюдала. Почему я не худею? Потому что сначала надо говно все перепробовать, а потом прийти к эндокринологу и спросить, почему. Хотя если бы меня не отправили к эндокринологу во время беременности, я бы никогда не знала, что есть такой врач-эндокринолог. Я не знала об этом. Может, я кого-то сейчас удивлю, как меня когда-то удивили женщины, которые не знают, что такое овуляция. Вот. Но да, я действительно не знала, что такое врач-эндокринолог. Вот. И только во время беременности узнала, что есть врач-эндокринолог, есть врач-эндокринолог-гинеколог. Вот такая фишка. Значит, я обратилась к эндокринологу и спросила, что за фигня? Она мне говорит, там, я сдала гормоны, мне сделали УЗИ щитовидной железы. И она мне говорит, у тебя гипотиреоз, вот, у тебя уменьшенная щитовидная железа, у тебя, как бы, получается, что вся еда, которая в тебя попадает, и я все время уставшая. Она говорит, в тебя еда, которая попадает, она как бы идет не в энергию, а в жир. То есть, что бы ты ни съела, она идет в жир, а не в энергию. Говорит, для того, чтобы это прекратилось, нужно нормализовать гормоны. Ну, это не считая того, что нужно как бы есть не всякую дичь килограммами, да, ведрами. Она говорит, нужно нормализовать гормоны, и все будет классно, и все наладится, и похудеешь. И похудела. Похудела я в своей жизни до 36 килограмм когда-то. Замечательно были времена. Анорексия, булимия. Сказала так, вот смотрю на листья и думаю, осень золотая, да? Анорексия, булимия. Ладно, это мои шизоидные мысли. Все, я погнала пить капучино и дальше делать с малым. Я еще сейчас шоколадку посыплю. Посыплю вот так шоколадку себе на пенку. И как вкусный, жрать меньше хотеться будет. Все, я погнала. Молока чуть-чуть. Чуть-чуть, капельку. Вот, значит, я пошла делать с Тамиром домашки дальше, если он уже поел. Потому что сидел, кушал. Выпью капучино, выпью лекарства для все той же самой известной щитовидки. Там еще кучу других лекарств выпью, которые дают мне радость жизни, более-менее нормальный внешний вид. И, господи, я хочу спать. Надо купить Мани B6. Мне когда-то прописывали. Я когда испытываю очень сильную усталость постоянно, мне всегда прописывали магний B6, говорили, что не хватает магния, поэтому чувствуется постоянная усталость. Может, мне сейчас магния не хватает. Только вот разница в том, что сейчас я не пойду к врачу. Я до сих пор не записана ни в какую поликлинику. Это плохо? У меня есть медицинский полис. Блядь, его надо менять в декабре. Мне еще сказала женщина там, спасибо, еще сказала там женщина одна в страховой компании, чтобы я пришла пораньше, не в самых последних числах, а то очень будет много иностранцев именно, можно сказать, не русских иностранцев? Так можно сказать? Мне кажется, так любой русский человек поймет, о ком я говорю. Значит, и типа их прям очень много, она говорит, их прям вот, как много. И говорит, ты просто в кабинет в этот день не попадешь. Говорит, поэтому давай как-то до 20-х чисел, как-то заранее. Вот. Ну, я себя поменяю, ребенку поменяю, а муж пусть как хочет. Что-то он в последнее время
как это так сказать, отлынивает в плане того, сколько процедур мы успеваем сделать с малым, сколько всего мы успеваем с ним сделать. Конченый нос. То есть, если мы там сделали себе... ладно, он там раньше нас сделал себе этот... Снилс. Снилс он сделал раньше, чем мы. Зато мы сделали раньше, чем он полис, и еще кучу всяких документиков. Вот. Так что мы молодцы. Мы прям постарались. Мы молодцы. Надо покрасить волосы. Угу. Покрасить волосы и побрить затылок. Или что-то с ним придумать. Или заебашь там узоров кучу. У меня же глаза на затылке есть, да? Я глаза сдаю, пипец. Меня эти не видят. На них очачи. Не могу, блин. У меня очень стала какая-то сухая кожа головы. И она постоянно зудит. Причем она так зудит кожей. Прям как стягивается. Как будто у меня там блохи, блин, вши. Это не так. Вот. И голову омою часто. Чистая у меня головушка. Головушка у меня чистая. Вот. И перхоти у меня нет, слава богу, нет. Просто некоторые сухость головы воспринимают сразу как то, что у человека обязательно есть перхоть. Нет, у меня нет перхоти. Нет. Чего-чего, а перхоти у меня, слава богу, нет. Вот я смотрю на людей с перхотью, и у меня есть родственники с перхотью, и я понимаю, что это ужасно, это ужасно. Это не ужасно смотрится. Мне очень жаль людей. Я как парикмахер знаю, как от этого тяжело избавиться. И полностью от этого не всегда возможно избавиться. Вот. Нужно не просто лечить вот эту ситуацию, нужно менять что-то в жизни, чтобы ситуация улучшилась. На камеру трусится. Не рука трусится. Рука трусится или нога трусится? Я пошла пить капельку.